На обзоре сегодняшнего комикса «Эш против зловещих мертвецов». Такого комикса у нас еще не было. Не было? Не было. Давайте посмотрим. «Эш против зловещих мертвецов». Давайте рассмотрим, что тут у нас. Вот такой вот веселый Эш летит в вихре кровищи с улыбкой на лице и железной рукой. Так, комикс напечатан, значит, в 19-м году в России и повествует нам о чем? А повествует как раз о том, что было после армии тьмы. Собственно, после того, как Эш вернулся назад из древних времен. И вот сразу же начало. Начало нам описывает события предыдущие. Все началось с этой чертовой книги. Некрономика Эксмортис, книга мертвых. Оплетенная человеческой кожей и написанная кровью, она описывала непонятные похоронные обряды. Содержала погребальные заклинания и главы, посвященные воскрешению демонов. Этот манускрипт не был предназначен для мира живых. Нам показывают книгу, показывают дом, как Эш приехал сюда. Мы с моей девушкой Линдой нашли ее в доме в горах, куда отправились на отдых. Туда ее привез археолог. Он хотел перевести ее. Короче, книгу прочитал этот археолог, ну и вызвал кучу демонов. Она пробудила что-то в лесу, какое-то зло. Оно забрало Линду, а затем пришло за мной. Все как по... собственно, по фильму. Она овладела моей рукой, и та взбесилась, поэтому я отпилил себе кисть. Но худшее было еще впереди. Он отправляется в прошлые времена, короче. Книга отправила меня в 14 век, где местные неандертальцы хлебом не корми, дай посмотреть, как мне вырывают душу. Но вскоре они поняли, что без меня им не выстоять перед дедайтами. Тогда-то и меня прозвали избранным. В общем, история, рассказывающая армию тьмы, идет. Они забрали то единственное, что было мне дорого. Короче, тут вся херня происходит. Ну и в итоге это все он рассказывает кому? А рассказывает это все он Теду Рейми. Дело в том, что здесь Тед Рейми играет Теда Рейнсфорда. Главу отдела кадров, короче. И тот увольняет Эша за убийство женщины, которая стала дедайтом. И он застрелил ее из ружья. Ну, не просто ружья, а ружья, которые он даже не купил. И Эш покидает магазин и уезжает к себе в домой. Благо, дом у него все-таки здесь, он еще есть. Он не живет в трейлере, как в сериале. А, в общем-то, живет в доме. Ну, как живет? Живет так, что скоро его все-таки отправят в трейлер. Ну и из-за этого случая к нему пожаловала одна женщина. Это была замдиректора, короче, школы. Женщина, которая взбесилась, стала зомби, та бабуля. Она работала в школе историком. И такое ощущение, что она тоже прочитала книгу мертвых. Поэтому и стала дедайтом. Эта женщина рассказывает, что в школе люди начинают взбешаться и превращаться в зомбей. Даже вон команда американского футбола передралась в такую кровищу. Эша объявляют тут вообще просто убийцей по всем каналам. Ну и говорят, что женщина говорит ему, давай-ка приходи к нам в школу, нужно разобраться, почему люди становятся дедайтом, ведь никто не верит. Все думают, что Эш просто убил из-за того, что он сам маньяк. И Эш соглашается и идет в школу. Вот он идет в нее, куча бешеных детей. Ладно, гормональные маньяки, слушайте сюда. Меня зовут мистер Уильямс. Сейчас я вас проучу. Такой пошел в школу.
Так, обложка. Прикольная обложка, кстати. Едут с книгой мертвых. Так, смотрим, что дальше. Что дальше? А дальше в игру вступает отряд по поиску и уничтожению вот этой дедайтов и книги мертвых. Собственно, эта вся история очень похожа на серию из сериала «Эш против зловещих мертвецов». Весь сюжет немножко как бы похож на нее, но немножко альтернативно изменен. Эш, короче, становится учителем, начинает учить детей, пытается учить детей истории, но у него это, понятное дело, хреново получается. В итоге они с этой женщиной в библиотеке ищут, где же книга мертвых и страницы, которые прочла та бешеная учительница истории, которая стала дедайтом. Ну и натыкаются на лабораторию. В лаборатории происходит что-то ужасное. На уроке химии все становятся... Нет, никто не становится. Лягушки оживают. Видимо, демоны вселяются в них. Гигантская лягуха нападает на Эша. Посмотрите. Нарисовано, конечно, все своеобразно, но все же комикс есть комикс. Эту лягушку они пытаются победить, но она не так проста. Пытается затянуть учеников. Ножом Эш... Я даже не назвал бы это ножом, это, скорее всего, больше меча такая хрень. Гигантская мачете, он отрубает язык лягухи, вырывает у нее сердце, легкие. Так, что тут есть, проверяется. Черт пойми, какая часть. Легкие, печень. Все, вырвал, короче. Все дети в кровище и тоже начинают верить в то, что дедайты реально существуют. И демоны вышли в этой школе. Так. Ну вот еще одна обложка, кстати. На уроке физкультуры бешеные дети. И Эш на канате улетает вверх. Так. Еще одна обложка. Так, уборщик пошел, значит, убирать эту чичу из лягухи и всю эту хрень. И коцнулся немножко об мусор и тоже, походу, станет дедайтом по любасу. Потому что из мусорного ящика кровища полилась рекой. Это значит, все только начинается. Так, в итоге. В итоге в одном из классов фигурки с наград по бейсболу оживают и начинают хрястать Эша дубинками, как, собственно, в тех частях, даже в армии тьмы было. Маленькие существа начинают тырить Эша. Тот, естественно, подскальзывается, падает. Ну, помогают ученики, но дело пахнет копченым. Сумасшедший мусорщик начинает бить Эша здесь. Он в него вселяется дедайт. Вот и он. И, собственно, начинается жесткая разруха и уничтожение. Но в кабинете биологии на Эша упал скелет. Но со скелетами ему разбираться не привыкать. Тем более с железной рукой. Так, тут что-то мерещится. А, в одной из комнат оказалась книга мертвых. Открыла портал тут какой-то. Он тут. Вот он летит с великой радости, короче. Начинается бой между уборщиком и детьми, короче, этими панками. Но тут приходит Эш со своим ружьем. И с пилой. И начинает расстреливать дедайта. Собственно, он его расстрелял здесь в хлам просто. Так.
И начинается осада отряда Аскал. Это те, кто ищут книгу мертвых и хотят ее уничтожить. Помните таких, да? Об них тут вначале сказали. Вот тут битва, видимо, Аскала с Эшем. Все с пилами. Они все хотят быть избранными. Так, еще одна облоха. Эш бежит по улице, машет пилой. И команда американского футбола ловит мяч. В виде дедайтов, короче. Так, в прошлом, короче, Эш оставил пилу и ружье. И древние начали изучать, типа, это у них такое божественное хреновина стало. А он-то избранный у них. И в веках начинают люди сражаться такими же путями, как и Эш сражался с дедайтами. Так и появился отряд Аскал, который борется с дедайтами. И они как бы находят и Эша. Но не все в отряде хотят, чтобы появился Эш. Многие хотят быть сами, хотят быть избранными в этом отряде. И в итоге отряд начинает... Один из главы отряда начинает ненавидеть Эша. И он среди них состоится между ними поединок. А какой поединок сейчас мы увидим? Вот, собственно, и он. Они начинают драться. Эшу, конечно, достается больше всего, потому что он физически не так силен, как этот капитан отряда Аскал. Но школьники помогают Эшу. Забрасывают его горячим кофе этого капитана. Еще одна облоха. Кстати, эта облоха была сделана в красный цвет, вот эта часть. Как Эш бежит, и игроки летят. Причем он отпилил одного из членов команды. И тот летит уже с полтелом. Но он дедайт, поэтому не страшно. Так, еще одна облоха. Отряд Аскал стоит возле школы. Полностью весь в машинах пехоты. Так. В итоге ничего хорошего они не решают, а только лишь спорят между собой, кто будет главный, кто здесь сделает дело, а кто здесь лошок, короче. Но и в итоге на одной из дискотек, на которую пришли все в школе, все дети, ну и даже взрослые, случается то, что и должно было случиться. Случается страшное. Женщина, которая ведет программу выпускного, короче, случайно на бумажке прочла слова, знаменитые слова Клату, Верато, Никто. Эш аж охренел. И вся толпа становится кем? Становится дедайтами. Это вот этот кадр, кстати, вот эта вот история была в «Эш против зловещих мертвецов» в сериале, где они в школе бомбились с толпой просто одичавших детей. Еще одна облоха. Капитан отряда Аскал становится дедайтом. Собственно, неудивительно. Эш одевает руку, берет пилу, заряжает ружье. И говорит «Груи!». Ну и начинает биться с дедайтами. Ну как биться? Биться с ними, конечно, сложно. Легче убежать. Глава отряда Аскал читает еще какие-то заклинания. И капитан вот этот становится жутким дедайтом. Мало того, что он силен, как кабан, так он еще и дедайт. Он забирает ружье у Эша, пилу у Эша и пытается его запилить. Но к нему на помощь приходит женщина, которая не думает, что нужно действовать такими методами. Она мочит из ружья Эша, капитана Аскала. И
И они пытаются каким-то чудом выжить. Но глава Скала со своими страничками делает всех дедайтами. И ему, видимо, уже плевать. Он хочет стать главой. Самым главным демоном. И Эш убегает от толпы разъяренных учеников дедайтов. Чем же все это закончится? Естественно, громким побоищем. Кстати, вот нам показаны листы из книги мертвых. Этот глава Аскала читает их. И он даже ловит пули, а в это время на Эша нападает все тот же капитан Аскала. Он пытается его завалить бензопилой. Но у Эша в машине сделаны эти циркулярные пилы почему-то. Видимо, машину он привез из древних времен, тогда, когда у него был вентилятор здесь стоял, он просто рубил скелетов. Он раздавливает этого капитана. Они пытаются отнять странички у главного, найти какие-то новые странички заклинаний, которые бы убрали весь этот, всю эту хрень. И в итоге снова читают те же слова «Клату Вирато Никто». И все становится на свои места. Перелом, короче, произошел. Если бы не женщина, которая в Аскале работает и находится еще в состоянии в уме, они бы навряд ли остановили это сумасшествие. Никто. Короче, да, эта история была очень похожа на историю из сериала «Эш против зловещих мертвецов», но с небольшими переделками. Кто у кого заимствовал, что непонятно. Но, собственно, это альтернативная история. Вот нам показывают обложку, кстати. Вот это классно нарисовано. Лучше гораздо, да, чем сам комикс. И вот еще одна обложка. Тут вообще что-то хотели нарисовать живого человека. Слегка не похожего на Эша. Так, что есть еще? Пила, скелеты. Эш с челюстью, как у Бэтмена из старых мультиков. Так. Мистер Уильямс. Все с ума сошли там. Фоткается с дедайтами. Вот это, кстати, классно нарисовано. Как будто с живого срисовали. И дедайты похожи, как из фильма. Такие же уродские. Так, Эш с книгой пилой. Эш мочит пенсионеров каких-то. Причем похож он здесь, ну, уже на Сталлоне, а не на Брюса Кэмпбелла. Так, Эш бежит такой вот. Вот тоже дедайт срисован с фильма. Вообще похож. Реально. Так. Какой-то тут. Эш со своим двойником. Из кучи вообще двойников просто. Они со всех времен набрали двойников. Что здесь происходит? Ну и Эш читает заклинание. Меня зовут Эш, но вы можете называть меня мистер Уильямс. Вот такая вот книжка «Эш против зловещих мертвецов» с альтернативной историей развязки «Армии тьмы» и будущей серии «Эш против зловещих мертвецов» сериала. Что-то между тем и этим. Вот такой вот комикс. Интересная такая альтернативная история здесь получается. Но если по ней снять сериал, кстати, может получиться довольно неплохо. Здесь такое повествование идет, как в сериале. Можно сделать серии эдак 10, наверное, и получится довольно неплохо. Жаль, что они не успели снять вот такой комикс. Но хотя сериал «Эш против зловещих мертвецов» был не хуже, да? Не хуже, я бы сказал. Ну, в общем, вот так вот.